Красиво украшенные залы, праздничная елка, подарки, Дед Мороз и Снегурочка. В Копейске проходят детские новогодние утренники. Во время представления ребята погружаются в мир чудес, поют новогодние песни, водят хороводы и читают стихи. Новый год слетает с неба, или слез в лесу идет, или сугроба снега вылезает Новый год. Но всегда приходит чудо, на часах 12 бьют, и неведомо откуда к нам приходит Новый год. Принимают участие в детских утренниках и сказочные персонажи. Например, в детском саду номер 29 не обошлось без проделок Бабы-Яги и Лешего. Но Дедушка Мороз вместе с ребятами, с песнями и танцами справились со всеми трудностями. Здравствуй, Дедушка Мороз! Родители активно поддерживали детей аплодисментами и даже поучаствовали в веселых конкурсах. А самой ожидаемой частью мероприятия для ребят стало вручение подарков. С Новым годом, друзья, поздравляю! Держите! С праздником вас, друзья! Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю вам всем самого человеческого, простого счастья! Чтобы все родные всегда были рядом! Крепкого здоровья и мирного неба над головой. Пусть в наступающем году сбудутся все ваши желания. Ну а Дед Мороз пусть подарит вам то, о чем вы мечтаете. Удачи всем, вдохновения и хорошего праздничного настроения. Завершилось мероприятие общей фотографии с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. А у родителей была возможность сделать снимки детей с подарками у красивой наряженной елки.